Мы сейчас от вас вручим подарки и награды. Спасибо. Союзного комитета звания заслуженный работник закрытого акционерного общества совхоз Милейна присваивается работникам совхоза. Дарчев Константин Николаевич, электрогазосварщик центральных ремонтных мастерских. Витанова Людмила Владимировна, специалист по охране труда. Кострова Ольга Викторовна,
А это что? Плечи были вместе. И каждому бывает такой стиль, да? Посмотрите, в прошлом году была пандемия, но мы фотографировались в прошлом году здесь же, помните, да? Каждый получит такую фотографию на память. Несмотря на пандемию, никто не заболел, все были без масок, и все было отлично. Поэтому поздравляю. Так, и два слова. Я вам напомню, что ветеран труда 20 лет проработал в совхозе, а заслуженный работник 15 лет проработал в совхозе. Представляете, какое количество людей работает в совхозе на протяжении уже 20 лет. Ну, такие как Федоров проработал 41, самое большое количество 48 лет, по-моему, Любина Лариса Вячеславовна проработала. Но вот тут сидят пенсионеры, которые могли бы еще работать и работают уже на самом деле. Просто быть, они на пенсии, но одновременно работают у нас в совхозе, помогают там в сборе земляники, в продаже. И никто нас никогда не бросал. У нас сегодня с вами 238 пенсионеров. Все они получили материальную помощь, подарки от совхоза. Я думаю, что это будет продолжаться всегда. Я хочу еще раз сказать вам огромное спасибо за наше единение. За то, что мы все с вами. Что рядом здесь находятся и наши детские сады, и наши центры культуры, и управляющая компания, которую мы с вами учредили, и другие организации, которые с нами являются ну, там, основой поселка совхоза Ленина, и плечом к плечу работает над тем, как говорила Елена Добренкова, чтобы мы были территорией социального оптимизма. И никто нас с этого пути не свернет. Еще раз огромное вам спасибо. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Счастья!